Так, ребят, всех приветствую, с вами Левша, у нас сегодня будет танки, как вы поняли, World of Tanks. Да, в общем, сегодня будет World of Tanks, сегодня буду играть я на Т-57 Heavy и на Т-110Е5 на этих двух танках. Почему, спросите вы? Отвечу я, потому что у меня не прокачана их полевая модернизация. Вот, у меня, я вообще обнаружил, у меня на многих танках полевая модернизация не прокачана, но мне ее прокачать довольно легко и просто. Когда турнир Чака? Примерно дата, ориентировочная дата 18 ноября старт, примерно, плюс-минус там будет. Уже, кстати, вот еще одна из причин, на десятках надо модернизацию прокачать, потому что там могут быть чуть правила немножко измененные. Вот. Ну, как минимум фугасик ему можно, сейчас от этого будет кайтить. Вот этого чувака будет убегать же. Нормально, я на победу играю. Но мне, в принципе, хп особо-то и не нужно. Я хп особо не пользуюсь. Да. Ну, просто хп вот нужно. Хп кому нужно? Хп нужно тем, кто плохо играет. Им хп нужно. Они вначале не могут настрелять и в конце что там разменивают. Таким, как я, хп не нужно. Я вот вначале остался ваншотным, или там двух-трехшотным. И все, и мне хватит настрелять свой урон, там победить в бою. А, кстати, победить в бою будет тяжело, мы уже 5000 проиграем. А как мы 5000 проиграем? У нас сначала бой только. Ебать, помощнички. Да, надо было что-то ему давать. Не, ну... Однозначно это победа, в скобочках нет. А чё у меня... Ладно, это первый бой, не будем обращать внимания. Грамотный водитель перед тем, как купить себе автомобиль, берет его на тест-драйв. Теперь такое можно и в World of Tanks. Заходя на площадку Code4Game, ты можешь оценить танк перед покупкой, взяв его в аренду. Каждый день на витрине появляются эксклюзивные премиум-танки, которых нет даже в премиум-магазине. Экономь до 99% стоимости, оплачивая бонусами от Сбербанка и ВТБ. Широкий выбор пакетов с игровым золотом и премиум-аккаунтом. Хочешь быстро прокачать новую имбу? Приобретай еженедельные пакеты ускоренной прокачки ветки танков, а также X5 за победу в боях. Кастомизируй свою тачку различными 2D и редкими 3D стилями. Забирай то, что тебе нужно на Code4Game. Ссылка в описании. Бля, что я делаю, сука, долбоёб я! Ой, блядь! Ой, я долбоёб! Ладно, там ваншот остался, да? Мне надо было просто вперед ехать, и все. Я же не успевал, надо было сразу сворачивать. А я хотел сюда, а потом... Ой, короче. Охренеть, блядь. Пиздец, приехал я, называется. Ладно, теперь бы не сдохнуть. Ну куда ты там, там? Так. Ну, на дамажить в этом бою я сильно не рассчитываю. Так что ждем, когда наши тут фланг пройдут. Так. Можно попробовать. Нет, нельзя попробовать. Блять, ладно, пойдем. Что-то меня вообще на хэвике не идет. Да на Е5 нормально еще, на хэвике вообще ничего не идет. Ну а что, выбора особого нет. Вот пришлось падать. ВЗХ вообще какой-то отчаянный.
Дим, хотел бы переехать в Нью-Йорк-Сити на ПМЖ? Нет, вообще. Астрахань, Минск, Москва, Сочи. Наверное, единственные города, в которых я или жил, или буду жить. И продолжу жить. Я не понимаю. Не пробил. Да, это серьезно, ну, блядь, ну нельзя же так. Понимаешь, сколько я не пробил шотов вообще? Да, у меня камули аж закончились, я просто устал стрелять уже. А, зато, блядь, у бабахи есть пробитие по мне. Не, пошло оно в пизду. Я уезжаю. Сори за мат. Я поехал отсюда. Я просто как все почти разрядил на протяжении херову тонну времени. Все, что я настрелял, это 2900 урона. Да ладно. Почему я не удивлен? Да я, понимаешь, он даже не уважает, он едет и не уважает уже никого. Ну нормально, мне нравится. Не столкни ближнего своего. Молодец, подал. Правильно, вот так его, блядь. На 96 фугасов ему. Они толпой из... Каену похер, он... Неужели догадался хотя бы открыть огонь? Не лезь на свою мысу, долбоёб. Я не могу просто на это наблюдать. Ломай дом, бля. Приедь уже. Пожалуйста, блядь. Броня не... Ёпта, блядь, я вообще не понимаю, какое это... Что такое происходит? А ты его не пробьешь сейчас. Ты просто сдохнешь от него. Гриль, блядь, куда ты убежал? Сука, они... Я не могу, блядь, просто не могу вот на это смотреть. Это же просто, это же ужас какой. Блядь, гриль просто получил... Куда они ломятся? Я вопрос снят. Блядь, меня вот этот персонаж больше всех интересует. Или вот это был? Кто из них? Да хер с ним. Ну, короче, чем я это, закругляться буду? Я прошел, я взял на E5 2-3 модернизации, да, прокачал. У меня на нем 14 тысяч опыта было. И на хэвике всего лишь одну прокачал. Ну, на хэвике вообще, конечно, процент побед
У меня общий процент побед 45 за стрим. 3 победы, 7 поражений на хэвике, 6 побед, 4 поражения на тесту 10.5 по средухе. Ну, прям не такая колоссальная разница получилась в рамках 10 боев. На хэвике сначала вообще тяжело было, последние бои нормально пошли. Все, ребята, буду на этом заканчиваться, да, сам заканчиваться. И увидимся мы завтра.